Почти 2000 дворов и общественных территорий Свердловской области были благоустроены за 5 лет. С таким результатом регион вошел в число российских лидеров по качеству городской среды. Индекс рассчитан Минстроем России для более чем 1000 городов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Индекс качества был разработан 5 лет назад и с тех пор рассчитывается ежегодно. Он отражает 6 типов городских пространств по таким параметрам, как безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Согласно данным Федерального министерства, средний показатель индекса качества городской среды составляет 192 балла. По итогам 2022 года 30 городов Свердловской области поднялись в рейтинге выше среднего по России значения. За 5 лет на благоустройство из бюджетов разных уровней было направлено 15 миллиардов рублей. На текущий год выделено больше 1,5 миллиардов. Глава региона Евгений Куйлышев уверен, проекты создания комфортной городской среды должны реализовываться не только в крупных городах, но и в самых небольших населенных пунктах, чтобы современная инфраструктура для отдыха и занятий спортом была доступна для каждого уральца.